Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение Love Squire, и сегодня я хотел бы, наверное, опять выловить Хью и пофармить немножко денег, потому что их что-то маловато в последнее время. Так, дай еще. Дай. По 10 золота ведь. Нет. Город? Ты когда-нибудь устаешь от города? Ну, когда мне хочется подышать свежим воздухом, я отправляюсь за город. Мама говорила мне, что прогулка по лесу приносит удачу. Она сказала, что слизни на деревьях благословляют маленьких девочек, которые были хорошими. Лес? А как же дикие звери? Да, думаю, пап ее научил чему-нибудь. Ой, это для непослушных детей. Они разорвут тебя на части, если ты вел себя плохо. А что это за дурацкая сказка? Это не сказка, это правда. Пока монстры не нападали на меня. Так что, я думаю, это означает, что я чиста сердцем. Не думаю, что это так работает, сестренка. Не будем ее расстраивать, ладно. Так, где Хью? А вот Хью. Бегает засранец. Пойдем. Нас ждут великие дела. Нас ждет много золота. Пора размяться. Ты со мной? Вперед. Хорошо. Эпические вещи. Мы уже идем. Ага, этап 2. Так, что тут? Хью, на этот раз мы достанем эту окарину. Как я уже и сказал, это займет время, Торо. Ваншоты этих тварей. Ай. Ай. Сам ты шкет. Что ты без меня делал? А теперь добыча. Короче, Хью, держись как-нибудь. Деньги в банке, детка. Да, товар у меня. Хорошо, сейчас нужно снова... снова добыча. Хью, я тебя потом похилю, ты ж не против? Типа, деньги важнее. А что это за порин? Плюс? Он атакует сильнее, что ли? А, да, он атакует по... Ах ты ж тварь. Атакует он по 8. А ты, типа, Хью, не мог додуматься... Что вот этого стоит пинать первым, не? А здесь уже все атакуют по 8, да? Не, ребят, тут вариант только один. И это поддержка. Иначе он рипнется. У него 2 хп осталось. Шо ты? Мы денег мало добыли. А что случилось, Хью? Здесь слизь становится сильнее и агрессивнее. Интересно, почему? Не расслабляйся, шкет. Чем глубже зайдем, тем опаснее будет. Понятно? Этап 2 пройден. 6000 золота. Так. Всего получено 7000. Понятно. Сколько мне останется? Хью подрезал все. Подрез 70 золота. Нормально. Нормально. Живем. Это уже как-никак, а какие-то деньги. С этим уже можно что-нибудь придумать. Таверна. Таверна. И что там интересного? Ах, таверна. Всеми любимая дыра в Кайрулии. Эй, может это и дыра, но я хочу, чтобы ты знал, что это отличное заведение. Не спорю? В каждый бочонок Эля вложено много моей крови, пота и слез. Фу. Не буквально, придурок. Итак, что тебе сегодня? Как обычно. Уже. Спасибо, я сейчас подойду, босс. Да, посмотри на всех этих грязных и унылых пьяниц. Как плохо. Это кто? Почему я так поступаю с собой? Эй, смотри! Нет, ты смотри!
Блин, сейчас пьяная Вэл нам накидает. Ты пролил мою выпивку! Ты... ты слепой ублюдок! Ой-ой. Я тебя не заметил. Ты хочешь сказать, что я маленькая? Да, ты, мать твою, мелкая. Ну, ты вроде как... А, вот оно что. Стой, я не это имел в виду. Сильно? Как? О, сейчас будет драка. Черт, надо держаться молодцом перед всеми. Прими это как мужчина, Торо. Неплохой удар. Я вижу, что маленькая девочка балуется молочком. Ой, зря. Ой, зря. Ты только что назвал меня молокосоской? Судя по тому, как ты принял удар, похоже, тебе он нужен больше, чем мне. Босс, подайте молочко этому мудаку. Да, именно так. Он нужен этому мудаку. А, теперь это не Вэл, теперь это креветка снова. Хорошо, что здесь происходит? Ты дерешься, мальчик? Чё? Нет, это креветка первая начала. Я? Ты опрокинул мою выпивку, ты дерьмо собачье. Хорошо, детишки, хорошо. В соответствии с правилами таверны, есть только один способ решить спор. Кто кого перебьет? Ты знаешь, что это значит. Драка в баре! Бля. Ого, круто! Кто-то собирается драться с Вэл. Ой-ой. Еще один раунд. Здорово. Вэл сама уже не рада. Отлично. Ну, ты их слышал. Они хотят шоу. Давай устроим. Чего? Да ни за что. Давай, иди на меня. Покажи всем, кто из нас двоих девочка. Даже не рассчитывай на это. Я не пью девочек. Даже если она маленькая креветка, как ты. Хватит этого рыцарства. Ради бога. Мы же в чертовой таверне. Ты слышишь это? Вы что, с ума сошли? Вы вправду хотите увидеть, как мужчина дерется с маленькой девочкой? Боже. Боже. Что не так с этим местом? Черт побери, что же мне делать? Да не. Я не дерусь с... Я, черт возьми, я дерусь с креветкой? Преподать креветке урок? Я ни за что не буду издеваться над маленькими. Я здесь, чтобы защищать людей, а не драться с ними. Чего? Теперь ты говоришь как самодовольный мерзавец. Ты только что придумала это? Чего? Нет. Я могу придумать тебе другие имена. Ты этого хочешь? Сейчас она опять засмущается и все. Неважно, креветка. Босс, принеси еще. Я заплачу. Эй, подожди. Ты хочешь сказать, что я раздула из мухи слона? Ну да. Что за слабак? Точно, ты слабак. Что это? Цивилизованный разговор вместо бессмысленного насилия? Скукота. Так, успокоились. Ты тоже, Вэл. Я тебе еще налью. Все в порядке, босс. Я не в настроении. Увидимся позже. В чем, черт возьми, проблема? И почему, черт возьми, все хотят видеть, как я ее избиваю? Нет, парень. Они хотели увидеть, как тебя побьют. Чего? Меня побьют? Да не может быть. Этой маленькой креветкой? Да, эта девчонка известна как самый крутой драчун в этой таверне. Ты шутишь, да? Хотелось бы. Однажды она бросила в кого-то целый бочонок. Я был там. Хорошие времена были. Это еще ничего. Я слышал, она ударила местного мясника. Да ладно. Этот парень в 4 раза больше нее. Она ведь не такая уже сильная, да? Эй, ты никогда не узнаешь теперь. Я не буду драться с креветкой, придурки.
Ну, ты, может, и увернулся от драки, но оруженосец вроде тебя поджал хвост? Как это? Ничего хорошего для имиджа. Тряпка. Заткнись. Черт возьми, я должен исправиться. Ну, если ты хочешь потерять зубы, тебе решать. Удачи тебе, парень. Я сделаю это. Я это сделаю. Просто подожди, Вэл. А можно не надо? Отношения с Вэл увеличились на 33 очка. Опа! Вэл почувствовала себя ближе к вам. Угу. Ну, справедливо, справедливо. Тогда время возвращаться. День сегодня выдался насыщенным прям. Угу. Итак. У нас сейчас Эми и Вэл. Как бы все хорошо, все отлично, прям вот то, что нужно. Угу. Я столкнулся с креветкой в таверне. Назревала драка. Я сделал то, что сделал бы любой оруженосец. Но что-то пошло не так, как планировалось. Так что мне нужно восстановить свою честь. Каким же образом ты собираешься восстанавливать свою честь? Может, сегодня мы это и узнаем, но сейчас-то мы к ней подкрадемся. Сейчас мы все узнаем. Чего к чему? Так, сестрёна на привычном месте. Эми вернулась. Похоже, что-то привлекло ее внимание. На что ты смотришь, Эми? Смотри, брат, одуванчик. Странно, в этих краях их обычно нет. Невероятно, он проделал долгий путь, чтобы добраться до наших мест. Молодец, одуванчик. Ты только посмотри на себя. Растешь так далеко от дома. Крошечное создание, высунувшее голову из земли, изо всех сил пытающееся показаться крутым. Ага, на нашего Хью похож. Что ж, вероятно, но я имела в виду не это. А, дай мне его сдуть, я хочу дунуть. Ты так же говоришь, когда тренируешься с Хью? Твою мать, Эми! Очень смешно. Я покажу тебе. Я дую на одуванчик, и его семена разлетаются по воздуху. Зачем ты это сделал? Ты только что разбросал семена по всему полю. А что в этом плохого? Это сорняки, черт возьми! Один еще ладно, но когда их много на ферме, да это ж кошмар. Откуда мне было знать? Я просто подумал, будет весело. Это все, на что ты годишься? Сеять чертовы семена там, где не следует? Эй, я хорош в других вещах. Красивая внешность, отличная личность и красивая улыбка. Ага, продолжай мечтать, братец. Что-то пошло не так сегодня. Отношения с Эми увеличились на 55 очков. Не ну. Поговорим о работе. Ладно, давай тогда поговорим о городе. Разве это не моя любимая младшая сестренка? Чего у тебя там на уме? Ну, один из моих клиентов говорила о ее путешествиях на днях. Есть город под названием Фалкин, который построен на самой вершине горы. Она сказала, что она настолько высока, что видно, как облака раскинулись под ногами, как гигантское белое покрывало. Говорят, что там закаты самые красивые в мире. Надеюсь, я его увижу. Ведь рыцари все время путешествуют. Правда. А как насчет тебя, сестренка? Думаешь, когда-нибудь поехать в путешествие? Ну, эти места... звучат шикарно и все такое. Но для такой девочки, как я... Думаю, я не буду против того, что у меня есть здесь. Кроме того, Кайрулия — большое место. Я уверена, что здесь достаточно чудес, чтобы жить здесь постоянно. Когда ты думаешь об этом, закат — это все равно закат, где бы ты ни был. У меня есть с кем посмотреть. Я думаю, со мной все будет в порядке. Ну да, а нам пора зайти к Вэл. Надо бы, надо бы.
Надо что-то с репутацией делать. Ага, вот она. Давай уже, 11 часов уже. Ну, привет. Поговорим о городе? Эй, Вэл, есть еще какие места, где тебе нравится проводить время? Я уже говорила тебе, мне нравится быть в таверне. Спасибо, я вчера это понял. Да ладно, ты уже сказала мне это. Слушай, а где еще можно купить такой эль по такой цене? Определенно не в Ноубла. Большинство мест подают дорогие вина. За их одну бутылку можно купить тонну полезных вещей на эти деньги. Хорошего пива достаточно для меня. А теперь хватит меня доставать. Ну ладно. Так, принцесса. Или может быть две. Одна. Ладно, пока хотя бы с тобой поговорим. Сейчас опять меня будут пытаться отправить работать, уже я-то ее знаю. Ну и что стали? Поговорим о вашей работе. У вас есть вопрос? Принцесса, мне любопытно, чем еще занимается королева? Опять? Я уже говорила вам. Если вы действительно хотите знать, чем занимается королева, почитайте книгу. Это справедливо. Но я хотел спросить кого-нибудь с личным опытом. А может, я тоже хочу стать королевой? Правда? Сейчас? Да. Это часть моего обучения. Я уверен, что такой человек, как вы, станет отличным источником информации. А лесть ни к чему вас не приведет. Тем не менее, вы сделали хорошее замечание. Хорошо. Если вы действительно хотите знать, мой долг следить за тем, чтобы все было хорошо. Представьте себе Кайрулио как целый механизм. Тонкий набор движущихся частей и деталей. Все это вместе создает единое целое. Похожее на часы, если хотите. И чаще всего некоторые детали этих часов не видят всей картины. Они не успевают за остальными шестеренками, предпочитая двигаться в собственном темпе. Мне нужно предотвратить ржавение таких деталей, чтобы машина заработала в полную силу. Даже если это означает принятие радикальных мер, таких как их полная замена. Ага, я понимаю. Как насчет вас? Вы функционируете как часть славного механизма, которым является Кайрулия? Я? У меня все отлично. Нет ржавчины. Хорошо. Значит, необходимости в замене не возникнет? Конечно нет, принцесса. На самом деле, я собираюсь сделать тебя полезным прямо сейчас. Отлично. Именно это я и хотела услышать. Да-да-да-да-да. Она максимально странная. Вот прям... Что? О! Принцесса. Эх. Не ты, а вот ты. Ну, о чем же нам поговорить? О работе? А почему у вас такое грустное лицо, принцесса? Вас кто-то обидел? Я могу разобраться с этим. Пожалуйста, скажите. Нет, я была на встрече на днях, и боюсь, что один из маршалов был саркастичен по отношению ко мне. К сожалению, я не могла ничего сказать, поэтому я просто улыбалась и поблагодарила за его мнение. Однако, оглядываясь назад, я хочу сказать что-то остроумное или умное, просто чтобы дать ему понять, что с Алкасом шутки плохи. Жаль это слышать, принцесса. Некоторые велиможи могут быть настоящими придурками. Чего? Подождите, а при чем здесь член? Если я правильно понимаю, это оскорбление, не так ли? Ну да, это так. У меня идея. Может быть, вы научите меня искусству оскорбления? Сначала я научил тебя в кусты ходить, теперь ты хочешь, чтобы я научил тебя оскорблением. Лепим вайфу своими руками под себя, чё поделать? Если я не ошибаюсь, вы как раз тот тип человека, который имеет большой опыт в таких вещах. А принцесс, тебе бы к Вэл подойти. Ну, я провел много времени в таверне.
Действительно, ты выглядишь как человек, получивший множество оскорблений. Чего? Нет. Нет необходимости скрывать это, Тору. Это делает вас идеальным учителем. Пожалуйста, научите меня. Ладно, хорошо. Я научу вас паре ругательств, которые могут вам понадобиться. Повторяйте за мной. Бычье дерьмо. Бычье дерьмо. Как познавательно. Еще, научите меня большему. Не могу дождаться завтрашнего заседания, чтобы использовать это слово. Тебе союз нужно заключать. Чего? Это все, это край. Это просто, блин, край. Это просто приехали. Well. Угу. Я понял. Мадам. Привет, оруженосец. Мы снова встретились. Не жалейте свое золото и купите мои вещи. Ух ты. Всегда сразу к делу, не так ли? Всегда. Говоря о деле, есть кое-что, что вам нужно знать. Видите ли, у меня талант к мистике. Я вижу вещи, которые другие не могут. Я вижу светлое будущее. Я могу пробиться сквозь завесу великого мира. Я предсказательница. За скромную плату я могу показать вам то, чего вас ждет при помощи колоды карт. Да уж прям. Ну, разве это не мило? Вы не верите? Маленький взгляд в будущее никому не навредит. Без спойлеров, пожалуйста. Вы уверены? Даже если они исходят от кого-то вроде меня? Не откажусь. Слушайте, я просто хочу кое-что купить, окей? Хорошо. Прям рубите с плеча. А можно спойлеры? Где ты? Блин, колоду карт тебе подарить. Но тебе нельзя ничего дарить, поэтому... Не вижу в этом смысла. У нас еще осталось время, чтобы поговорить... С Жизель. Сидит. Получена лягушка? Хочешь лягушку? Подарок? Теперь вы говорите. Короче, лягушка, видимо... Да, лягушка зашла принцессе, не знаю, зачем она ей. Поговорим о работе. Эй, Жизель, чего делаешь? Исследую. Круто, что исследуешь? Лекарство. Лекарство от гриппа? Ногу бегуна? Красная чума? Нет. Тогда что? Жизель? Забудь. Ну ладно. Я что-то не так сказал? Нет, Жизель просто немножко странная. В целом-то все хорошо. В целом-то все неплохо, все правильно сказали. Так, все, пора домой. Завтра уже 16-го, 18-го день рождения у Эми. Блин, ну деньги-то вроде бы как есть. Сколько там, 105 золота, но... Типа, алло, хватит ли это этого на что-нибудь? Блин, нужно что-то в магазине купить, обязательно. Обязательно нужно купить что-то в магазине. 16-го, уже 16-е, как же быстро летит время. Да уж, однако... Ну, ребят, на этом мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока!